Ой, ты посмотри, посмотри, какой серьезный парень! Ты посмотри, какой важный! Ух ты ж, ё-моё! Да тебе, баб, стыд немножко прям. Ты меня поражаешь. Всем самого эволюционного компотика, дорогие мои друзья! Мы продолжаем играть в спор. Многие из вас писали, когда же опять будет спор? Где, почему? Вот почему. А, значит, вот они мы. А, я вообще хотел переходить на племя, да? Но я встретил где-то 10 комментариев о том, что не переходи на племя. Сначала собери все всякие фрагменты, походи еще там, в общем, по... Так, что вы делаете? Вы танцуете? Хорошо. Походи, в общем, пособирай, поделай фрагментики различные, чтобы можно было им персонажа поинтереснее создать. Ну... Как бы, в принципе, я не против. Я не против еще походить на этапе существо и пособирать фрагменты от разных существ. Допустим, у этих ушки прикольные. Поглядите, какие уши классные. Давай. Так, подожди, я не понял. Я хотя бы одного... А, да, одного завоевал. Все нормально. Петь-то мы умеем, петь-то мы хороши. Давайте, что вы там еще? О, ну, пение, это наше все. Так, хорошо. Где ваш вождь? Где ваш вождь? Вот, вожак. Вожак, по-моему, дает фрагмент за то, что мы с ним подружимся. Насколько я понимаю. Давай, вожак. Ну, танцы это не самая лучшая наша, в принципе, особенность. Но мы тоже не так уж и плохи в них. Вполне себе. А, это вы пели или что вы делали? Да, пели. Петь вы совсем не умеете, ребята. Кстати, у них, по-моему, морда такая же, как у нас, только расширенная. Опа, все, прекрасно, смотри, брунилап. Отлично, брунилап это может быть интересно. Хорошо. О, смотри, смотри, какое там существо. Прикольное. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, что, кто вы, утконосы какие-то? Уткодил. Уткодил, привет. Давай, смотри какой. Ну давай, что будем делать? Танцы. Танцы-обниманцы. Ну хорошо, танцы это хорошо. Может быть, мы с кем-нибудь даже... Вот, смотрите, с нами малыш-детеныш. А что это на наш малыш... Это что, это позирование? А, нет, это кокетство. Это кокетство, посмотри на мой хвост. Наш хвост прекрасен. Этя! Вот и все. Так, дальше, давай, детеныша быстренько еще уломаем на дружбу. И потом вожака. Давай. Слушай, а вот им сложно. Как им вообще выживать? У них же ничего нет. У них есть, собственно... Всего лишь эти клювики, да? И, собственно, все. Так, где ваш вожак? Ребят, где ваш вожак? Мне нужен вожак. О, смотри, с палочкой играется наш енот. А где вожак? Ты вожак? Нет, ты не вожак. А где вожак? Это тоже не вожак. Да привет. Я ваших вожаков ищу. Это простое. Где потеряли вожака? Куда дели? Как вы тут без вожака-то выживаете? Это мне непонятно. А, Завриан какой-то. Ага, прикольненько. Ну, собственно, ладно, вожака нету. Вожака нет, но все равно мы с вами подружимся. Хотите вы этого или нет, но мы с вами подружимся. Детеныша так. Ну ладно, без вожака. Обойдемся без вожака на этот раз. Давай. А, поехали уже. Ну, позирование, кстати, сказать на таком себе. Эй, да хватит позировать, мы с тобой так ни о чем не договоримся. Давай попой, вот петь мы умеем. Во, ну кокетство тоже неплохо. Кокетство это тоже хорошо. Кокетство мы умеем. И дошли, вот если бы сейчас еще раз позирование сделал, ничего бы не вышло. А, нет, слушай, это нам даже не дали, нам фрагментик не дали. Понятно. Короче, фрагментики, видимо, дают только тогда, когда ты с главарем, с вожаком. Вот, вожак. Значит, надо вожаков чисто заделать. Друзей-то нам... Ну, сколько нам? Нам, мне кажется, хватит нам друзей. Так, мы уже столько друзей себе понабрали. Вы мне еще говорили, что мне будет сложно, так как я не плотоядный, так как я травоядный. Ну, знаете что? Мы легких путей не ищем. Вот что я вам скажу. Мы будем добрыми, мы будем стараться. Вот вы любите всех побить, да всех прибить. Вот это прям вот вас всех сидит. А вот как насчет подружиться со всеми? По-моему, это намного сложнее. Так, где вожак?
Вот, вожак, сейчас, погодите, у вас тут много фрагментиков, которые вы не подбираете. Зрение, так давай, давай. Да-да, здорово. Здорово, поехали. Да, вперед. Это что, это позирование, да? Или это кокетство? Да, это кокетство. А вот так вот хвостиком, когда они в конце делают, это кокетство. Эть? Поем. Ну, петь-то мы мастаки. По-моему, лучше нас никто не поет в этом мире. О, спасибо. Плевок. Ну, хотя мы не очень любим плеваться, но все же. Все же тоже неплохо. Так. А, подожди, а нам надо? Погоди, а нам надо разве еще? Нам, наверное, не надо, да, союзников-то себе занимать еще больше. Ух ты, посмотри, насколько мы петь-то умеем, с ума сойти. Сразу одним махом. Так, давай. Хорошо. А еще тут есть у вас, нет? Не вижу. Не вижу еще Нет, там нет фрагмента. Поехали дальше. А, хотя подожди, вот здесь вот. А, ну это гнездо. Это гнезда обозначается. Енотикум! Енотикум развивается. О, смотри, еще гнездышки. Ой, да кто такие? А че вы такие маленькие? Фасольки это уже наши друзья. Фасольки, привет, мои дорогие. Такие реально. Такие малыши. Господи, боже мой. Хвостли, тоже мы его знаем. Мы знаем, умеем. Так, мы еще не были где? Давайте пойдем вот в эту сторону. Там мы еще не бывали. По-моему. Так, это тоже наши, слушай, тут прям все наши. Пойдем в те дальние края. В дальние края. К далеким друзьям. Ну, у нас есть, видите, там наш дом вообще-то. В той стороне где-то. Это мы отошли куда-то назад. И поэтому... Поэтому так вот вышло. Так-то нам вообще-то в эту сторону, если мы хотим достичь дома. Это кто? А, это... Пришелец Чирик. Чирик, ну тоже наш друг уже. Нечего нам с вас взять-то. Все уже мы уже с вас знаем. Все уже мы с вас получили, все уже знаем, все умеем. Так, у кого бы еще? Вы че? О, вожак, отлично. Прям сразу на вожака напали и на вон еще обломки. Давай. Че это что, позир? Не, это кокетство. Странно, у тебя кокетство. Ой, ты посмотри, какой он. Посмотри, какой он замороженный. Прям вообще. Так, удар с разбега. 4-й уровень. Ну, тоже хорошо. Может пригодится. Хотя енот-то зачем? Енот-то зачем? Удар с разбега. Так, что у нас еще? О, смотри, там кто-то бежит. Бежит. Но нам это не надо. Палочки. О, вон там вижу. Сейчас мы немного пособираем вот эти вот. Посмотрим карту. Мы, кстати, толком-то ее и не изучили. Мы просто здесь что-то бегали. И довольно быстро перешли на этап племя. Прям как-то даже и не особо. А, между прочим, мы ведь за счет завоевания... О, ну-ка иди сюда. А, это наш уже. Это наши крыложухи. Крыложухи-уважухи, молодцы. Это кто? Так, Два Минго тоже наш. Мы уже практически у своего дома, да? Ну да, фактически да. Но, да что ты за мной летаешь? Понравилось тебе, что ли? Ты хороший. Так, а отшельцев мы несколько... О, это наш отшелец? Слышь, ты наш, не наш? Наш, дорогой. Еще бы найти отшельцев и подружиться, это было бы классно. Это было бы прикольно, мне нравится дружиться с отшельниками. За них дают просто очень много этих, как штук. О, глух, слышь, глух. Где ваш вожак сразу, а? Где ваш вожак? Вы, правда, немножко агрессивно выглядите, но... Ну нет, они не собираются нас сразу бить. А можно я сразу к вашему вожаку как-то пройду? Скрытно лист. Не вижу вожаков. А, вон вожак. Ну ладно, давай сначала с тобой. Давай с тобой, потом к вожаку пойдем. Давай. Ау, давай, вперед. Ой-то, какие. Танцевать-то они хороши. А вот мы не так хорошо танцуем. Это что такое? Это позирование, да? Ну, позирование у нас, по-моему, более-менее получается. Блин, вот танцы. Вот танцы, вот если нам попадутся несколько раз танцы, мы не сможем завоевать. Так, хорошо. Давай вот этого глуха, потом попробуем с вожаком. Но с вожаком будет сложно, реально сложно. Потому что у них танцы классно развиты. Ай, блин, не надо танцы, ну не надо танцы. Зачем вы танцуете? Мы не очень хорошо танцуем. Еноты не приспособлены к танцам. Еноты умеют петь, еноты умеют позировать, еноты умеют кокетничать. Ну вот танцевать, ну...
Ну нет. Вот это вот хорошее решение ваше было. Самое лучшее решение за всю вашу жизнь — это попеть вместе с енотами. Вот так. И остался вожак. Иди сюда, вожак. Иди сюда, мой дорогой. Да-да, привет. Давай. Ты только довольный. Конечно, довольный. С нами дружить хорошо. Так, ты только вот попой, пожалуйста, иначе мы тебя не завоюем. Только не танцуй. Вот, умница. И еще разок вот так. Хотя не один разок. Тут надо много раз. Тут надо много раз, чтобы он так сделал. Ну вообще красавчик, прям читаешь мои мысли, ну. Правда, они поют не так хорошо, как мы, так что... Вам бы сейчас потанцевать. Ой, ну вы вообще все, ну прям... Ай, ну вожак угодил, ну вожак молодец. А, цветоплеть, как тесто, 5-й уровень. Отлично, прекрасно, замечательно. Ой, есть хотим. Есть хотим, быстро поесть. Эть, и еще разок. Так, дай ко мне тоже поесть. Вот, хорошо. А то как-то у нас быстро все закончилось. Так, у вас тут есть еще эти фрагментики? Или я у вас уже все... Да, привет. Это такие классные, мне они так нравятся. Такие маленькие горилочки, обезьяночки. Обезьянки. Прикольно. Они хорошие. О, гублику... Кто там? Гублику какой-то там. Правда, с этой стороны что-то еще было? Решень, вожак. Смотри. Бабиур монстр. Это монстр. Ясно. Монстр это, я так понимаю, с ним невозможно подружиться. Он сразу же на тебя нападает. Ой, ты посмотри, какой серьезный парень. Ты посмотри, какой важный. Ух ты ж, ё-моё. Да тебе, баб, стыд немножко прям. Ты меня поражаешь. Ты посмотри, какой, а. Ты, блин. Ну, конечно, прибить мы его не сможем. Может быть, как-нибудь и сможем. Ты что, ты танцевал? Давай. Ой, как вас легко за... Ой, как легко. А это вожак был, между прочим. Многоног, танцы, скорость, бег. Ой, это он там орёт. Это ты там орёшь, не? Я не могу на него. Ты посмотри, что он делает. Как он ходит, боже мой. Отпинать бы тебя по жопе. Так. Смотри, какой большой этот. Давай-ка быстренько, пока этот сюда не пришел. И чё это? Полнозоб. Ух ты, блин. Ой, смотри, еще. Что-то я чуть-чуть было не пропустил. Так, ты там гуляй пока, развлекайся, ходи. Никто тебя не трогает. Ты тоже никого не трогай, пожалуйста. Так, ну-ка, тут чё? Мордогну. 5-й уровень пения, да еще и удар с разбега дает. Круто. О, не-не-не, ты не иди сюда. Мы к тебе не идем, ты к нам тоже не иди. Вот не надо этого. Вот не надо нам этого всего проблем с монстрами. Мы еноты спокойные, мы еноты мирные. Практически всегда. Вот. Но в крайнем случае можем, конечно, и нападать. Но не такому огромному монстру. Слушай, а прикольно быть таким большим? А? Ходи себе, все рассматривай. О, привет. Вы кто? Черепай. Черепай, вожак, ну-ка давай. Черепай, как вы тут живете рядом с монстром? Чё такое? Чё ты не хочешь? Давай пообщаемся, слышь? Общаться давай. О, а то такой все отошел. Вот, молодец. Ну, петь вы не очень. Петь вы послушайте спецов. Вот они, спецы. Ну, хорошо. Раз вы хотите петь, мы тоже будем петь. Прыжок, ластень. Прекрасно. Блин, как мы быстро есть хотим, а? Прям очень быстро есть хотим. Пойдем, поедим. Часто надо кушать. Часто. А, побежали. Кушай. Надо так наесться, чтобы уже, знаете, до отвала. Чтобы уже до отвала я дотянусь, нет, до него. Не дотягивайся. Эй, да слышите, вы мне-то оставьте, вы что такие жадные? Я ваш повелитель, я ваш босс, что вы делаете? Ладно, найдем еще. Так, пошли. Вот, смотри, сколько фрагментов. Они вообще тут кончаются? О, смотри, спит. Это он спит или кто это? Это он там завалился спать? Это большой этот? Это монстр? А, брателло-отшельник, слышь? Пойдем поболтаем! Эй, брателло! Брателло, только не нападай на нас, пожалуйста. А нам бить тебя не хочется. Хватит спать! Хватит дрыхнуть! Давай, это... Общаться. О, смотри, какой классный! Смотри, какой класс! Что ты делаешь? Что он сделал? Я не понял.
Да общаться, говорю. Я не понял, что он сделал. Что ты делаешь? Ну нет, не понравилось. А, вот, начал петь, ну давай. Вот. Петь ты, конечно, не очень, но мы могём. Вот, молодец. Вот ты все очень любил. Посмотри, сколько получили. Сотню сразу. Ну все, братан. Вы мне говорили, что его можно взять, да, с собой. Давайте возьмем одного. А, как мне исключить детеныша? Я не уверен. Да, исключил того, кого нужно. Слышь, пойдем. Пойдем со мной, брателло. Давай. Базирование, ну. Тогда давай попой, а то я замучаюсь сейчас. Вот, молодец. Прям как слышит меня, слушай, прям как слышит. Вот с таким можно неплохо. Слушай, если набрать одних отшельников и пойти завалить монстра. Да, это енот говорит о том, что он не воинственный. Но монстра я бы завалил. А идем со мной. Язык он милый, вот он мне нравится. Слушай, ты мне как ослик. Пошли. Пошли, дурачинка ты. Так, что мы еще не сделали? Что мы еще не видели, чего? Ты посмотри, какой классный. 250 здоровья. Круто. И он, по-моему, он добрый. Мне кажется, он добрый. У него такая мордочка. Чего вы орете? Вы видите, что с нами брателло-отшельник? Я бы вам не советовал, слышь? Вот, молодцы. Сразу передумали, начали петь. Правильно, что передумали. Не надо тут это. Вот, смотри, какой тоже довольный. Хорошо. Щелочень ты, блин. Так, давайте под это... Подберем так, нам надо покушать бы. Ка, он чем питается? Я вот не знаю. А, ну, или он сам, наверное, да, ищет чем питаться. Ой, посмотри, сколько здесь какие запасы, лапища. Угольница какая-то, но это не очень. Угольница какая-то фигня получилась. Так, один съели. Ну, давай кушай. Да ты какие вы бы все прожорливые! Дайте мне хоть поесть. У вас-то не кончается аппетит, а у меня кончается. Мне все надо есть. Вот, хорошо. А ты тоже, да? Вот, смотри, я же говорю, он наш парень, он брател, он тоже кушает фрукты. Ему тоже это нравится. Наш человечек. Прекрасно. А, гибконог. Ну вот я не уверен, много ли мы собрали всего или не очень много. Прикольно было бы найти еще отшельников и взять их с собой. А, блин, там, помните, пролетал отшельник. Я что-то протупил и забыл, надо было его тоже в команду взять. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Ничего страшного, хотя, опять же, как вот в команду. Кто тут это? Кто вы такие? Джимми Вожак. Ты куда бежишь? Ты к нам бежишь, что ли? Ты к нам бежишь? Давай общаться. Общаться давай, а то брател тебе задаст. Общаться давай. Я тебе советую пообщаться с нами, молодец. Вот с таким брателлой хорошо, слушай, ходить сразу все такие это... Сразу никто драться с тобой не хочет, слышите? О, здорово! Пельтавр, давай общаться. Посмотри на брателлу, потом реши. Я думаю, ты решишь правильно. Я думаю, ты правильно решишь, да, что делать? Ну, конечно, правильно. Танцуем. Ай, блин, они хорошо танцуют, заразы. Давай попой. Вот, красавцы. Красавчики. Сейчас мы так фрагментиков понаберем. И еще разок, хотя уже не важно. Ну вот и все. Так, спасибо, все. По крайней мере, вы стали для нас нейтралами. Это тоже хорошо. Так, там я вижу фрагментики. Какие вы некрасивые, но все равно мы с вами задру. Кто это сделал? Слышь? Пальто за. Ладно, видимо, брателло решил немножко подраться, но я не против. Я думаю, что брателло ему наваляет, да? Да, конечно, наваляет, господи, о чем я говорю? Ну ты сам виноват, парень. Зачем ты начал плеваться в нас, хотя мы с вами подружились? Не надо нарываться. У нас как бы лапки-то короткие, но у брателла лапки очень длинные. Так что, ребята, вы аккуратненько. Неплохо, неплохо. Слушай, у нас появился телохранитель. Это хорошо. Вот, ну, смотрите, мы много чего понабрали, много фрагментов вроде открыли. Пишите свое мнение, да, по поводу этого, что делать дальше. Ну, то есть, переходить уже на этап племя, или же продолжать существо и набирать еще фрагменты какие-нибудь. Короче, все зависит от вас. Буду в следующей серии создавать конечного енота. Так, брателло, ну ты там это, что ты делаешь, что ты со всеми дерешься? Вот надо тебе со всеми драться, а? Слышь?
Слышь? Брателло, давай драться, какого фига? Навык еще не готов. Чего нас бьют-то? Чего нашего брателло бьют? Это же надо, а? Мы сюда пришли, мы с вами вроде как подружились. Какого бы фига началось здесь все это? Не любят нашего брателло здесь и все? Хоть и тут тресни. Бедный брателло. Брателло, поешь. Короче, я уж хотел было заканчивать, но нас, видите, напали. В общем, пишите, что вы хотите, чтобы делали дальше. Если вам понравилось, опять же, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого наилучшего, самого вкусного компотика, как обычно. До новых встреч и пока-пока.